Здравствуйте, дорогие друзья! Произведением Маргариты Демиденко «В ожидании праздника» в исполнении преподавателя флейты детской школы искусств номер 31 мы начинаем творческий вечер «Стихи из варежки». Это встреча с молодым поэтом Варварой Заборцевой. Немножко о нашей гостье. Варвара родилась в поселке Пинега, где прожила до 6 лет. Затем получила среднее образование в архангельских школах. И получила уже диплом о среднем образовании в филологическом классе гимназии номер 3. Сейчас Варвара учится в Санкт-Петербурге в Академии художеств на факультете теории и истории искусств. Ее стихи публиковались в журналах «Урал», «Звезда», «Сибирские огни», «Юность», «Наш современник». Статьи были напечатаны в «Литературной газете» и «Литературной России» и в «Бельских просторах». Перечислю только награды и премии последних лет. Премия журнала «Сибирские огни» в номинации «Новые имена», 21 год. Лауреат второй степени ежегодной литературной премии «Справедливая Россия за правду» в номинации «Молодая поэзия России». Стипендиат Министерства культуры по итогам 20-го и 21-го форумов молодых писателей России, стран СНГ и ближнего зарубежья. Победитель Международной литературной премии имени Сергея Есенина «О, Русь, взмахни крылами». Сейчас Варвара сама расскажет о своем творчестве, учебе в Академии художеств, о поездках по России, о публикациях стихов в литературно-художественных журналах и прочтет свои стихи. Гости мои дорогие, забудьте, пожалуйста, все, что вам сейчас рассказывали. Мы с вами просто по-человечески почитаем стихи. Стол квадратный, мне по душе, конечно, круглый, чтобы как-то по-домашнему, но мы с вами представим, что мы за одним большим деревенским столом. Договорились? И стихи я вам начну читать, конечно же, свои белые, потому что это особенный для меня цвет. Не знаю, кто еще из поэтов так сильно любил снег, может быть, по молодости, как я. И поэтому прочту белое стихотворение. И зимы на севере белые, и ночи июньские белые, и море нарочно ли белое, и набело хочется жить. Побелены печи на праздники, побелены избы на свадебки, настираны белые скатерти, когда подается кутья, и кажется, будто на севере. Не в землю уйдешь ты, не в землю, а под снегом на время укроешься и талой водою домой. Останешься ниткою белую в рубашке, платке или скатерти, побелкой на печке уляжешься, узором сверкнешь на окне. И далее я, наверное, немножко наговорю вам почитаю, как уже здесь представили. Родом я из Пинеги, и это действительно важная часть моей жизни и по сей день. С этого стихотворения, которое я почитаю, началась вообще моя жизнь литературная за пределами нашей области. По нему меня заметили и дали мне дальше дорогу указали. Написала я его к столетию писателя-земляка, важного для меня человека, мне кажется, не чужого, Федора Александровича Абрамова. Питер за сарафаном. Ой, ты реченька моя студеная, обойми большашей ладонью. Воротилась я к тебе с обновою в платье питерском, фартовая. Все смотрела я на петербурженок, как у них боской нарядец нужен мне.
И пошла далеко, близко ли, добрела к нарядам сплошь изысканным сарафаны, глянула поближе-то, хоть и тоненьким узором вышитый на длиннющих писаных красавицах, как ремки поношены, лягаются. Я бегом один скатала всемеро, ростом маленько, но родом с севера. У поморочек, когда не дравницы, свет из глаз по щечкам разливается. Ой, засиял наряд на мне по-новому. Всем у дня шижонки, хватит за головы, за урут охотцы, за одежью. Анди, ланди, лы, кака пригожая. В общем, глянула на петербурженок. Северяночки ничем не хуже их. Женихов цеплять полно своих метод. Путним женочкам любой наряд идет. Вот так. А дальше я, наверное, почитаю вам о своем любимом варенье. Да, я считаю, что поводом для стихотворения может быть что угодно. Даже стоящая на столе банка малины, в ней столько поэзии, столько благости земной разлито, что стихи об этом нужно писать. Я пишу. Банка малины. Слушай, достанем банку малины. Там, наверху, возьми табуретку. Помнишь, как утром румяным и блинным падало солнце на блюдечко метко? Можно варенье? Не надо сгущенки. Не слипнется. Чур мне зажарный. Бабушка тышкает розовощеких. Исть надо вдоволь работать ударно. Вечером гости, дед на баяне. Как заиграет весну на заречной. Мир этот звонкий, песнями пьяный, с детского стульчика кажется вечным. Вот он в сарае пылится родина, банки, ковры и дрова — все едино. Тянутся руки на запах любимый, хрустнула ножка, разбилась малина. И далее очень цепкими для меня являются стихи «Новоселье». Как-то вместе они писались одним летом в прошлом, и всегда их люблю читать вместе. Новоселье. Избы, где шум новоселий, в окнах горел весь июнь, нынче уходят в землю, куда ни плюнь, строили всей округой, охали всем селом, некому с первой вьюгой дверь подпереть колом. Хочешь, ломай ворота, хочешь, в окно залазь. В банках тоскуют шпроты, да макарон запас. Сложены рядом с робой платье да пара брюк. Станет им вечным гробом старый резной сундук. В раме товарищ Суслов холоден, как фарфор. Бросит портретик тусклый возле крылечка вор. Держится еле-еле ломтики потолка. Избы уходят в землю, жители в облака. И о таких... И о таких жителях я пишу, я о них рассказываю тем гостям, кто приезжает к нам на книгу. И вас всех, кто еще не был, я обязательно приглашаю. Я рассказываю туристам часто о нашей праведнице бабушке Марфе. Она прожила 104 года в деревне Кулгары, прожила очень светлую жизнь. И, наверное, потому, что со смертью у нее были очень человеческие отношения. Мы сейчас ведь как смерти-то либо боимся, либо вовсе о ней не хотим думать. А бабушка Марфа всегда помнила, но даже имя ему подобрала, смерти-то. Стихотворение под Рождество. Внимание! Разыскиваю деда. Не для себя, для бабушки одной.
Она поет частушки за обедом, всегда в одном платке, а выходной наряд хранит для встречи с неким Савой. Савелий Дмитриевич, может, вам знаком? Ей 104, но ее глаза вы не скроете под сереньким платком. Рождественский мороз опять крепчает. Готовь наряд покрепче, поскромней. Она же разудилась и за чаем сказала: «Савушка идет ко мне». Узнала утром, что это за Сава. Савелий Саван, скорбное родство. Ее укроет белый снежный саван. Ей повезло уйти под Рождество. И о таких жителях, не только жителях, ведь на деревне-то, да и в городе, где угодно, на всей земле живут не только люди, но и маленькие наши соседи. О последнем псе деревни тоже туристам рассказывают. Да, это был такой у нас собака в Кулагарах. Да вот беда, волки утаскивают собак. И сюжетом стало для стихотворения. Последний пес деревни. Последний житель списанной деревни. Лохматый пес без клички и хвоста. Глотает воздух вовсе не весенний. Встречает март у бывшего моста. Смиренно ждет, когда же на рыбалку. Хозяина не нюхал целый год. Лохматый пес он северной закалки, а значит, дозимует, доживет. Открыт на земках вспоротое брюхо, гниют штаны на голых вешалах, никто не даст по пьяни оплеуху и косточку не кинет со стола. Он звал, как мог. Настойчиво, напевно, морозы пережил, а по весне последний сторож списанной деревни покинул пост в холодной тишине. Но раз люди в эти деревни все же возвращаются, да и, наверное, и не о деревне как таковой я пишу. Часто говорят такие термины: деревенская проза, деревенская поэзия. Я это все дело не люблю. Просто мне, возможно, деревня роднее и виднее, но это не имеет никакого значения. В городе ты живешь, в деревне. Снег идет везде одинаково, собаки одни бегают. Поэтому, когда я пишу о снеге, я вовсе не о деревенском пишу, а о каком-то нездешнем снеге. И почитаю вам еще стихи из варежки. Большое розовое небо, большая тишь на берегу, как благодарственный молебен. Пишу спасибо на снегу. Простое, круглое, большое, озябшей варежкой пишу за то, что утром снег пошел, и мне так знаком его маршрут. Он сверху вниз, а я навстречу. И этот миг для нас двоих. Благодарю за эту вечность на белых варежках моих. И часто в феврале, в январе мы с бабушкой вдвоем живем. И вторая бабушка у меня у реки живет. Удобно мне на пенинге жить, особенно зимой. У одной чаю попил, у другой с одной калитки попил, шаник с другой. Вот об этом стихи тоже, конечно же, пишутся. Несу дрова, полежка за полежком, топить давай, подкинем от души, согрей чайку и белого нарежка, с горячим сливки больно хороши. Уха вплывает в белые тарелки, картошки горяченные, целый таз. Мы с бабушкой вдвоем, снежочек мелкий, ругаем за неделю пятый раз. Мне говорит: «Платочек повяжи-ка, да огребись маленько, замело». И падают снежинки, согрею их натопленным теплом. Печку я до сих пор топить не умею, но обязательно научусь. Уж простите. Что бы вам еще такое почитать? А давайте-ка что-нибудь из Новикова. Или «Брошку-морошку» я вам еще не почитала. Сказ у меня такой есть. Немножко подглядывать буду, длинный, но постараюсь. Все обычно гостям
я угощаю морожкой, говорю, на каждого у меня банки морожки не хватит, а вот в сказе-то морожки на всех достаточно. Вот такой сказ у меня вышел. Брошка, морожка. Жили-были пенежане от дороги вдалеке. Без делов-то не лежали, все в лесу да на реке. Как-то раз до ледохода в Благовещенские торги понаехало народу, все богатые боски похватали, как медведи, клюкву, семгу, глухаря, а один давно приметил брошку ярче янтаря. Что за чудо, что за камень? В целом в свете нет таких. Накрести бы 3 мешка мне и в столицу, на торги. Вдруг пришла к нему с поклоном желтоглазая ворона. Наберись-ка ты терпенья, воротись сюда к успенью, покажу тебе дорогу. Потихоньку, понемногу отгорели ночи белые понад Пинежской тайгой. Он вернулся, как велела, потерял совсем покой, грезит камушком и только. А ворона-то умна, гостя северной настойкой напоила до пьяна. Очутился на болоте и давай тереть глаза. Все болото в позолоте, ангел чудеса. Расшиперился мужик, только ветками шуршит. Ползет, ищет, будто зверь, прет полнёхонек пихтель. Чуть уперся на сосну, весь упестался, уснул. А наутро вот досада, чётче видеть стал мужик. В пихтере за место клада желтая ягода лежит. Брошка та была из глины, в виде ягодки любимой. Носят жёночки под сердцем брошки пинежских умельцев. Ты, мужик, остынь немножко, да попробуй-ка морожку. Он лишь гаркнул что-то птице и попятился в столицу. Пинежане, люди ушлы, распродали весь пехтель и построили церквушку. Хошь поверь, а хошь проверь. Ай да ягода-морожка, ай да пинежская брошка. Что вам еще такое? А давайте-ка я вам новые стихи почитаю немножко и в конце еще старенького. Есть у меня стихи, дедушке тоже посвященные, «Медвежий коготь». Не знаю как, но мне, например, в детстве дедушка вот такие подарки делал. Дарил то медвежий коготь, то медвежий клык, да, самое то, там, 5-летки, 4-летки дарит, да, такие вещи. Вот, а мне он чего-то вспомнился. И знаете, стихи-то эти писались не на Пинеге вовсе, а в Благовещенске. Я тогда в писательскую резиденцию недавно ездила, думала, приеду, Дальний Восток писать буду. Забуду вообще, что Пинега на белом свете существует. Никакого севера, все. И что вы думаете, мне дедушка снится, и когти мне эти снятся, и снег там не видится свой. И стихи-то писались все в том же духе. «Медвежий коготь». Сидели с Бимкой на крыльце, и деда дожидались. Четвертый день как лося бьет, да только ветра нет. Того гляди, пустой придет, листок не шелохнется. Какой тут лось, домой скорей вернулся бы, мы ждем. Ага, виляет белый хвост, задолго чует Бимка. И правда, дедушка с ружьем, обросший, как медведь. И первым делом достает цветастую конфету. Лисичку было повстречал. Гостинец от нее. Ружье поставил, снял пихтерь, и правда, холостую. Зато черники до краев я сходу горсти 3. И к деду на руки, пока он пахнет дальним лесом. А бабушка зовет за стол горячая уха. Перед обедом дед шепнул: «Гляди, медвежий коготь. Немного остро, ничего, не бойся, на, держи». Веревкой туго повязал, на шею мне повесил. Медвежий коготь не теряй, повсюду сбережет. И этот оберег, он, мне кажется, и сейчас со мной.
и во все напасти, горести я как будто бы его чувствую. Про озеро вообще у меня есть последние стихи, я назвала циклом уже не стихи из варежки, а «Край неприкаянных вод» он называется. Я писала очень много о реках, озерах, болотах. С сестрой мы любим гулять на замерзших болотах, вот по зиме, летом на озера ходим. И как-то у меня целый цикл сложился вот «Край неприкаянных вод». А строчка это из стихотворения «Утиное озеро», которое как раз написалось, когда мы с папой в сентябре уток били. Ну, папа уток бил, а я ягоды собирала. «Утиное озеро». Тонкие, легкие сосны, дерни за ветку, взлетят. Может, как дед мой, достать папиросу, сесть на корягу, и небо черничное, озеро, лето сожмутся в единое кря. Утка выводит утят. Чудится ли наяву озеро, как сарафан косоклинник, утка с утятами длинной, длинной ниткой плывут. Раз оторвались над озером низко, утка с утятами брызги, первые брызги звенят. Ходит над озером утка, резвая, дикая, будто учит летать и меня. Раз оторвалась и я, озеро, где же края, край неприкаянных вод, что тебя переживет? Может быть, просто легкие сосны, зарево плещется, нет, не мерещится. Вижу, другая вода скоро пробьется сюда. Ветки, прозрачные нити, дергаю сосны, летите. И тут же, наверное, парное о болоте. Прочту вам «Бруснику на Беломошнике». Говорю же, ягоды я ужасно люблю, вы уж меня простите, что их так много. Как будто всю тревожность этого лета собрала я в эту горсть брусники в стихах. Красная ягода на беломошнике, крапинкой будто на белом платке. Было ли лето всерьез, понарошку ли, тонет брусника в лесном молоке. Красные дни эти, горечь и радость, на перепутье корзину несу. Слышали выстрелы? Мне показалось, это стреляют в далеком лесу. Нет корзины, тяжелой мне тягостно. Радуйся, глупая, ягод не счесть. Сяду на мох, белоснежный, благостный. Горстью брусники я выложу крест. Пули не зяблики, нет, не воротятся. Крестиком я никого не спасу. Может, проглянет покров Богородицы где-то в далеком лесу. Пусть стихи почитаю. Его тут нет, но он кому-то работать в семье надо. Я так говорю. Жениху. Я жду тебя, как снегопад накануне покрова. Примерное чудо, неточное, но неизбежное. Наточенные ветки берез, ни листочка, ни слова. Ворона поранилась веткою, видно, нездешная. Теряется взгляд, зацепиться бы не за что, не за что. И бог с ним, со снегом, тебя проглядеть я боюсь. Пусть небо рассыпалось россыпью, воздух теперешний. Я помню про бабкин рецепт пирогов наизусть. Рассыпала горстку муки на столе белоснежную. Поднимется тесто, высокий-высокий сугроб. Примерное чудо, неточное, но неизбежное. Твой голос, гляди, ты мукою запачкала лоб. И последние два почитаю. Ай, пока еще невеста, пока о детях вот мечтается, я могу такие стихи писать. «Задобрить снег» называется. Со снегом говорю, разные у меня отношения. Иногда он мне грозным кажется, как сейчас вот дунул такой снег, и так его хочется задобрить. И поласкай, пожалуйста, снежочек, поласкай. Куда ты меня растреплешь? Давай договоримся. «Задобрить снег». Как будто с каждым годом все сильней,
метели на заветных тропах, и прочнее по весне сугробы. Зимы боюсь, но размышляю с ней. А если затеряются следы, какой дорогой поведу я сына, а следом дочку в голубой косынке, искать бруснику у лесной воды? А если все, что дорого, знакомо, затопит и размоет по весне? Отчаянно хочу задобрить снег. Спаси и сбереги тропу от леса и обратно к дому. А дома будут такие стихи, я надеюсь. На синей скатерти разлили молоко, повесили сушиться и назвали небом. И так оно высоко-высоко повисло без веревки и прищепок. Предчувствие весны всегда одно. Нет солнца, но оно незримо близко, и будут вновь метели за окном, а дома простокваша в белой миске. И дай-то Бог, со мною будет сын пить молоко в преддверии весны, зеленоглазый в рубашке белой, скажу ему: высоко-высоко, возможно, тоже любят молоко и ждут весну и первые капели. Спасибо. Живу я на два места, между Пенигой и Петербургом. Учусь, заканчиваю магистратуру в Академии художеств. Защищаю диссертацию этим летом. Пишу о русском искусстве с прошлого года. До этого я все по заграницам каталась, да, о румынском искусстве писала. А теперь о нашем. Что рассказать о редакторах, да? В руках я, например, держу блокнот, который мне подарил журнал «Юность», чему я очень рада и благодарна, что журнал снова оживает. Он снова привлекает молодых авторов. И сейчас, буквально недавно, в январском номере у меня вышли три первых сказки, опубликованы в январском номере журнала «Юность». Можно его там почитать, мои сказки. Одна из сказок называется так: «Береги косу, Варварушка». Это тоже такой завет от дедушки. Интересная сказка. Там моя героиня учится, а пробует принять тот факт, что дедушка больше не придет, не покатает ее на лодке. Отчаянно с этим борется, как может. И вот
об этом взрослении этой Варварушки сказка. Одна из сказок там опубликована об острове Кекостров. Мы с сестрой в мае туда съездили, в такую непогодь попали. Все черным-черно было. Снег стаял, а еще в землю не ушел. И получилось такое страшное коричневое месиво, в котором единственное светлое место было – это кладбище. Мы смотрим, куда же люди идут, и цветное что-то вдалеке мерещится. А это люди на кладбище с цветами шли. И это была Радуница. Так и вышла у меня сказка, чуть-чуть темная такая сказка, «Радуница на острове Кегов». И третья сказка «Светлячки вернутся на север». Это тоже такой девиз моего прошлого года. Мне все казалось, почему же светлячков на севере мало? Где же свет-то весь прячется? И вот размышляли мы с сестрой, сидя на берегу Пиниги, об этом всем вышла сказка у нас такая «Светлячки вернутся на север». И вообще, благодаря современной литературной жизни возвращается очень важная миссия, что ли, поэта сохранять природу. Природоохранная миссия любого писателя. И когда я пишу о чем-то, мне кажется, что это место обретает какую-то жизнь после. Тот же Кегостров, та же Пиннинга. Когда я о них написала, значит, даже если они изменятся, а они изменятся, мы-то с вами меняемся, а место-то подавно. Сегодня затопило, завтра так, послезавтра эдак. Но если писатель описал в какой-то момент, поймал эту жизнь, то на бумаге она обретает свое дальнейшее продолжение. И я в это верю. И слава Богу, что это поддерживается. Организуются различные фестивали, писательские резиденции. У писателей появляется возможность смотреть страну и писать другие регионы. Потому что, например, один из моих новых рассказов, я и прозу теперь пишу, видите, вы. Один из моих новых рассказов «Пограничник». Он как раз о пограничнике с Благовещенской, из Амурской области далекой. Не должны были мы с ним встретиться никак. А тут гуляю я по лесу, гуляю, и встречается он мне, говорит: «Девушка, вы чего по лесу-то одна ходите?» Я говорю: «Чего, мне погулять нельзя? Ну, девушке не гоже одной по лесу-то ходить. Может, вас подвезти куда?» Я говорю: «Да не надо. Откуда вы? Из какой деревни?» Я говорю: «Из Пиниги. Но вы такой не знаете». Он говорит: «Где такая?» «В Архангельской области». Все, и вот тут такой интерес разобрал. Он меня быстрее в машину зовет, говорит: «Давай-ка мы с тобой познакомимся». 2 часа мы его родные места узнавали. И как будто бы не только он мне их показывал, а и я ему что-то показала. Он, например, никогда не выходил к реке Шугу слушать. А я его на Зею повела, и давай на видео записывать. Он говорит: «Чё, селфи делаешь?» Я говорю: «Да не надо мне меня фотографировать, тихо, я Шугу на видео записываю, как она шумит». И он говорит: «Господи, чудная какая!» Стал ко мне тихонечко и стал тоже слушать. И потом долго мы с ним эту Шугу слушали. Он говорит: «Хочешь на Зею с высоты посмотреть?» Я говорю: «Конечно хочу». «Поехали, я тебе на сопках хорошее место смотровое покажу». И поехали. И вот этот Сергей меня даже с Новым годом поздравлял. У них же раньше Новый год-то нашего, да, на 6 часов разница. И он мне присылает салют такой благовещенский, был хороший. Вот, ему первое поздравление пришло оттуда. И благодаря таким резиденциям случаются такие встречи. Мне кажется, это действительно важно. В этом, наверное, задача человека, кто взялся писать. Поэтому пишу теперь не только «Север». Журналы, да, журналы. Журналы сейчас попасть действительно не так сложно, как мне кажется. Если вы пишете, вполне можно отправлять в редакции журналов и «Звезда». Эта редакция для меня тоже, слава Богу, стала очень домашней в течение прошлого года. Они опубликовали мою первую прозу также в январе. Можно найти в журнале «Звезда». Это главный ленинградский, петербургский журнал. А московский — это «Новый мир», «Знамя». Там публикуется вся молодая литература. Она вся публикуется на сайте «Журнальный зал». Совсем не обязательно подписываться. Это бесплатно. Открывайте сайт «Журнального зала», и все выпуски толстых журналов, пожалуйста, в вашем распоряжении на телефоне, на компьютере. Все мы там. Что еще вы сказали? Не знаю. Вопрос можно? Да, конечно. Что интереснее, человек или природа? Я думаю, что связи, которые устанавливаются между человеком и природой, смотря какой писатель, смотря какой период в его жизни.
мне чего желается? Чтобы акцент не ставился только на человеке, потому что именно в диалоге можно себя узнать, да? Я сейчас пишу статью, еще и эссеистикой занялась, господи, ну вот, держите меня, пожалуйста, пишу как раз материал об этом. Будет называться «Ни к селу, ни к городу, куда бежит художник». Я хочу написать о том, зачем писателю стремиться к природе. Не по-пришвински просто писать условно, здесь растут такие ягоды, здесь бегают такие животные. Ну, это я очень уважаю и люблю Пришвина, но мне кажется, что сейчас молодой писатель мог бы найти новый угол смотрения на природу и писать именно о той связи, которая существует между нами и миром большим, природным. И куда бежит художник? Он бежит к себе, когда он идет в лес, когда я иду на болото, когда я иду к реке. Я иду узнавать не реку как таковую, а я себя в ней узнаю. Я ее повадки узнаю, что-то перенимаю, что-то не принимаю. И так я у нее чему-то учусь, запоминаю ее. Вот мне кажется, очень важно, чтобы вот эти ниточки складывались, потому что у кого еще учиться, если не у природы? Тоже в материале буду писать. Когда ты существуешь в городе, это все равно пространство рукотворное, хотим мы этого или нет, все равно есть автор, да, у того здания, у этого парка, у памятника и так далее. А природа – это нечто нерукотворное, что не может оставлять художника равнодушным, потому что художник, он должен чувствовать нечто нерукотворное, разлитое повсюду, научиться, наверное, этому нужно у природы. Дорогие друзья, добрый день. С творчеством прекрасной Варвары я познакомился вот таким же зимним заснеженным днем. Дело было в Веркале на столетии Федора Абрамова. И песня, которую я сейчас спою, была написана как раз в канун юбилейных мероприятий, назовем так. Пролетали лебеди вечером над Веркалой, крыльями нарушили гладь речного зеркала. Их несло весенними северными водами, сердце вновь утешилось пинежской природою. Славно наше Пинежье песнями над храмами, славно добрым именем Федора Абрамова. Его мысли светлые, словно ночи белые, нам всегда помощники, что бы мы ни делали. Он гордился с юности жизнью деревенскою, пинежской природою, красотою женскою, удалью мужицкою, силой да смекалкою для любимой Веркалы. Ничего не жалко мне. По весне влюбленные до утра любуются, как над речкой Пинегой зореньки целуются, как в суземах сумрачных солнышко рождается, стая лебединая в небо подымается. Нам обратно в Веркалу возвращайтесь, милые, обретайте счастье здесь, заряжайтесь силою. Много повидали вы в небе над Россией, а деревня Веркала самая красивая. Пролетали лебеди, пролетали лебеди. Тогда, коль скоро мы так путешествуем,
путешествуем по Вариной географии, то про Архангельск тоже говорили сегодня, да? И вот я замечал, что вроде как у Белого моря живем, а часть Архангела берется впитаться в себя. Вот если спросить, на море-то Белого не было. Удивительно, правда? Вот об этом. Кто никогда не видел моря, тот счастья никогда не знал. А это счастье с ветром споря держать в руках своих штурвал, идти под парусом по морю путем великого Петра. Ох, забыл уже все давно блокировал. Стремясь в арктическом просторе к мечты далеким островам, кто никогда не видел моря, ступайте к морю, счастья вам! Варя, я вот поймала себя на мысли, что я не знаю, вот назови мне, пожалуйста, твоих любимых поэтов, ну хотя бы 2-3, и твоих любимых писателей. Потому что у меня они есть, у бабушки они есть. Я знаю, что у моего папы, то есть дедушки Вариного, они были. И я вот сижу сейчас и думаю, нет, это я имею в виду тех, которых мы можем вот перечитывать по 10 раз. Есть такие произведения, которые я читала 10 раз, да, и буду читать 11-12. Назови, пожалуйста, какие у тебя. Кого я буду перечитывать? А, начну я с северных, конечно же, это Федор Абрамов, понятное дело, даже Благовещенский меня нашел, книга, которую я взяла там с полки. Первая, это была его часть третьей трилогии «Дом», роман, это мой любимый роман, и его повести, и даже маленькие зарисовки «Травы муравой» — это то, что я буду действительно перечитывать, видимо, всю жизнь и заново узнавать. В юбилейный год я не могу не говорить о Борисе Шергине. Это гениальнейший сказочник, к сожалению, мне кажется, плохо прочитанный, потому что сейчас я открываю его лично заново. Я читаю его дневники «Праведное солнце». Книга с его дневниковыми записями. Там действительно вся душа нашего сказочника, который с виду кажется, да, прячется за своими сказочными, незатейливыми персонажами, на самом деле тончайший в душе человек жил в нашем городе. Степан Писахов тут рядом же, наверное, вот из этого я вырастаю. И Ольга Александровна Фокина, с которой мне посчастливилось лично познакомиться, мы с ней даже письмами переписывались. Если отвлечься от севера, то для меня ключевой русский писатель — это Борис Леонидович Пастернак. Действительно, его линией пока что я, наверное, иду, потому что... И Александр Сергеевич Пушкин. Я считаю, что это не стыдно говорить, что Пушкин один из твоих любимых авторов. Это не означает, что остальное осталось где-то на задворках. А просто Пушкин — это действительно наше все, и это не пустые для меня лично слова, потому что я сейчас купила его трехтомник, он у меня на столе лежит, как Библия. Я каждый раз открываю какой-то фрагмент, и я понимаю, насколько мной не прочитан Александр Сергеевич, а в нем действительно все. Он был именно тот талант, который не знал границ в плане формы. Ему было подвластно все. Лирика в плане лирические стихи, элегии. Ему были подвластны сказки, сказы он писал. Удивительные наброски вот есть в этом трехтомнике. Он писал и драмы, писал и прозу. И вот действительно это такие два. Вот Пастернак, Пушкин и, наверное, я еще сюда бы прозу Бунина вписала, потому что с прозы Бунина частично я как прозаик вот пошла, потому что я начала его перечитывать. Даже из школьной программы «Темные аллеи», я вот их как-то заново тоже обрела прошлой зимой, и чему очень радуюсь. Из зарубежной прозы я даже сейчас не возьмусь перечислять, но, наверное, мой любимый зарубежный прозаик — это Кафка. Кафку я сейчас буду сама открывать, и мне кажется, что нам очень нужен язык и мир Кафки в 21 веке.
тоже хотелось бы его почитать побольше. Я там жила, веркальские голоса собирала. Какие там певуньи, вы бы знали. Мне кажется, на веркале каждый, даже ребенок, не умеет, а просто поет. И ему даже учиться для этого не нужно, потому что я специально ходила на репетиции и старшего хора, и младшего коллектива. Все поют. Что ж за чудо такое? Так вот, на веркале мы очень много говорили с Александрой Федоровной Абрамовой, настоящей хранительницей абрамовского слова на веркале. Мы с ним много говорили о том, что есть дома, которые вполне себе восстановимы. Там целое абрамовское печище, которое можно бы собрать и действительно сделать каким-то местом притяжения творцов. Нам об этом мечталось все 3 дня, и мы пытались наметить возможную дорожку к этому делу. Есть у меня задумки, к кому обратиться, но... Я не знаю, удастся ли мне. Тут очень нужно много сил разных людей. Безусловно, одному тут не справиться. Если бы удалось, я была бы очень этому рада, действительно. На самом деле уже появляются такие резиденции на Пиниге. В Чаколе, например, есть арт-резиденция, где я еще не была, но вот я хочу очень туда съездить. Но там арт-резиденция, где собираются в основном дизайнеры. Там живет прекрасно молодой вот мастер Анна Злотко, и вот она там собирает как-то творцов, но это вот в область дизайна, больше декоративно-прикладного искусства. Нам бы очень хотелось, чтобы Пиниг и Веркало стали все-таки точкой притяжения северного слова. Раз нам с Александрой Федоровной в это так верится, глубоко верится, то, может быть, еще кто-то поверит и вместе что-то выйдет. Но с Александром Федоровной нет дома писателей? Нет, насколько я знаю. А вот где ближайшая область? Где она есть? В Калининграде. Мама там была, знает. У нас начинают... То есть не в Вологодской, в Обуви. Я об этом не знаю, например. Может быть, они есть. Мне кажется, что в Вологодской что-то должно быть. Там Рубцовский музей сильный.
на родине Рубцова, в Никольском, да, я там еще не была. Еще вот боюсь я сказать. Я иногда какие-то далекие регионы знаю чуть лучше в этом плане. Тоже плохо, может быть, я отчасти виновата. Вот. Но появляется, и все рождается из каких-то частных инициатив, а порой и государственных, чему я не могу не радоваться. Да? Например, появился спонсор, и отремонтировали писательскую резиденцию в Переделкине, это под Москвой. И там благостные места, туда можно попасть, также пожить. Если проходишь конкурс как писатель, бесплатно живешь, но можешь и как турист за свои денежки пожить, попитаться воздухом писательским, тоже пожалуйста. Вот, и там библиотека чудесная, кафе, сама среда, там дом Чуковского тут же, вот Бориса Леонидовича Пастернака, куда вот я второй год подряд прихожу и чувствую себя как дома. Вот такие места, они по всей России появляются. Если Архангельская область в Пинере присоединится к этому, я буду только рада. Я не знаю, что для этого пока сделать, но... Так. Дорогие друзья, я думаю, что все мы желаем больших творческих успехов Варваре Ильиничне. И что мы будем гордиться, вспоминая эту встречу, когда ее стихи будет читать вся Россия. Хотя и сегодня уже... Она известна далеко за пределами Архангельской и Архангельской области. Мы вам очень благодарны. Это мой учитель истории. Я училась в трех школах, о школах я своих не рассказала. Здесь сейчас присутствуют учителя из всех трех школ, очень дорогих для меня. И 10-я школа, и 3-я гимназия, и Архангельский Ломоносовский лицей. Все три школы я... Помню и берегу в сердце, и мне очень радостно, что сегодня учителя здесь со мной, потому что любой человек, он все равно строится из тех людей, кого он встречает. А, наверное, мое самое большое богатство – это действительно люди, которые мне встречаются. Одна бы я ничего не сделала. Спасибо. Читай самое первое свое стихотворение. А, ну давайте, да. Сколько тебе было? Не первое, а где-то вот одно из первых. Про Пинегу, да, родное. Да. Одно из первых, как раз я его здесь читала 5 лет назад. Это будет очень символично, если я его закончил. 18 лет я его написала. Вот. Кава был у меня голосок. Чего я стихи-то пишу? Петь не умею, видите? А на табуретку поставлено с детства. И что-то делать-то надо людям, это байк-то надо. Раз петь не умеешь, стихи читай. Вот я читаю. Но! Кабы был у меня голосок, я бы пела и звонко, и клеверно, словно ленточки с полохи северные, вечерком бы вплела в голосок. Я бы пела о звездах жемчужинах, что рассыпались в ночь по реке. Ты пришел бы, послушал мой суженый девку пинежскую на бережке. Научи меня, речка, частушечкам, как подружку прошу, покажи, чтобы спела я. Пинега, душечка, долго-долго тебе еще жить. Голосила бы дни напролет, я по севере пела без устали, чтобы каждый усатый без усыли знал, как пинежская девка поет.